Привет всем! Это программа «Весь мир». И сейчас я нахожусь в нашей столице, замечательной Москве, откуда я прямиком отправляюсь на родину Санта-Клауса, в самую северную страну Европы, Финляндию. Поехали! Официальное название страны – Финляндская республика. Сами жители называют свою страну Суоми. Финляндия располагается на севере Европы и соседствует с Россией на востоке, с Норвегией на севере и со Швецией на северо-западе. Финляндию омывают воды Балтийского моря, а также двух его заливов – Финского и Ботнического. Треть страны лежит за полярным кругом. Хельсинки – столица Финляндии. Город был основан шведским королем Густавом I 5 веков назад, 12 июня 1550 года. Хельсинки является одной из самых малонаселенных европейских столиц. Сейчас в городе проживает всего около 630 тысяч человек. Из интересных фактов о городе можно выделить следующие. В 1952 году в Хельсинки были проведены летние Олимпийские игры. Общая длина всех велосипедных дорожек Хельсинки – более 1000 километров. Водопроводная вода в этом городе настолько чистая, что финские врачи не только разрешают, но и рекомендуют ее пить. Многие тротуары в Хельсинки оборудованы системой подогрева, поэтому зимой на них нет ни наледи, ни снега. Так как же отдохнуть в Финляндии и сколько понадобится денег? Для начала необходимо получить шенгенскую визу. В визовом центре Финляндии в Москве ее можно сделать примерно за 4500 рублей с учетом консульского сбора. Сроки получения визы примерно 10-14 дней, так что рассчитывайте даты поездки заранее. Перелеты до Хельсинки осуществляются из Москвы и Санкт-Петербурга. Стоимость перелета туда-обратно начинается от 2700 рублей у авиакомпании «Победа». Поездка фирменным поездом из Москвы обойдется в 5000 рублей в одну сторону. Поездка автобусом из Санкт-Петербурга – это самый демократичный выбор. Стоимость билета начинается от 800 рублей. Самые дешевые гостиничные номера или места в хостеле начинаются в среднем от 3500 рублей за ночь. Местная валюта Финляндии – евро, поэтому вам не составит труда конвертировать валюту и считать деньги. Например, комбо-набор в Макдональдсе или же любом другом подобном фастфуд-заведении из бургера, картошки фри и колы обойдется вам в среднем 8 евро на человека. Шведский стол в кафе обойдется примерно в 10-12 евро. Поесть местной еды на улице или рынках обойдется также в 10-12 евро, а то и дешевле. Кофе в кофейнях начинается от 5 евро. А посидеть в хорошем баре или ресторане можно примерно за 25-30 евро на одну персону. В целом, жизнь в Финляндии дорогая, и благодаря резко возросшему курсу евро для россиян она стала еще дороже. Из аэропорта в центр можно добраться на комфортабельном экспрессе, просто купив проездной в автомате. А в самом городе самым популярным видом транспорта является трамвай. Кстати, единый проездной действует на все виды транспорта, включая паромы и метро, что очень практично и удобно. Осмотр города Хельсинки лучше всего начать именно с Сенатской площади. А сзади меня находится памятник императору Александру II. Сенатская площадь – одна из трех центральных площадей финской столицы. Вокруг нее сосредоточены достопримечательности и основные туристические маршруты. Место украшено архитектурным ансамблем кафедрального собора, который был возведен в первой половине 19-го столетия. Посреди площади возвышается памятник императору Российской империи Александру II, много сделавшему для княжества Финляндского. Рядом с ним установлены четыре фигуры, олицетворяющие закон, мир, труд и свет. Район Сенатской площади очень похож на Санкт-Петербург. Именно поэтому в прошлом веке, когда Советский Союз был непроницаемым государством, зарубежные кинорежиссеры снимали свои фильмы о России на финских улицах.
Рядом с Сенатской площадью находится еще одна – рыночная. В самом центре рыночной площади установлен обелиск императрицы Александры Федоровны, которую вы видите сзади меня. Именно на этой площади располагается старый рынок, на котором можно отведать все местные финские деликатесы. Один из местных деликатесов – это карельский пирожок с картошкой. Также он бывает еще и с рисом. Также с рыночной площади ежедневно отходят паромы до острова Сомин-Лина. Один из символов столицы Финляндии – фонтан с морской нимфой, расположенный рядом с рыночной площадью. Название «Хависа Аманда» дала этому фонтану шведская газета. Со шведского это переводится как «нимфа морей». От Сенатской рыночной площадей в пешей доступности находится улица Александринка. Улица со сложным названием Александринкату является главной торговой улицей города Хельсинки. Именно здесь расположены все самые фешенебельные и дорогие магазины. Вот столько мармеладок и шоколадок. Если говорить простым русским языком, Александровская улица приведет вас к главному торговому центру Хельсинки – Стокманы. Думаете, что я снимаю это видео поздним вечером? Вы ошибаетесь. Сейчас на дворе 3 часа дня, а в Хельсинки уже темно. При этом хочется отметить, что в Финляндии и в Хельсинки очень-очень безопасно. То есть, гуляя поздним вечером, вы ничем не рискуете нарваться ни на кого. Ни на карманников, ни на преступников, ни на просто пьяных, неадекватных людей. Хельсинки поразил меня своей архитектурой и храмами. Например, только в этом городе можно увидеть такие уникальные сооружения, как часовня тишины Кампи, церковь Иоанна и церковь Темпеляукио. Часовня тишины Кампи является новым словом в архитектуре Хельсинки. Она была возведена в 2012 году. Это нетипичная часовня, в ней не проводятся никакие религиозные службы, зато в ней можно получить психологическую помощь. Иоанна – самая большая каменная церковь в Финляндии, построена в неоготическом стиле в 1893 году и является одной из самых известных достопримечательностей города Хельсинки. Вы когда-нибудь видели церковь, находящуюся в скале? Так вот, в Хельсинки таковой имеется, и это одна из самых оригинальных церквей во всем мире. В
Оригинальный храм расположен в естественной скале. Церковь считается одной из самых ярких достопримечательностей Хельсинки. Благодаря необычайной архитектуре в церковном зале создается потрясающий акустический эффект. Храм был построен в 70-е годы 20-го столетия и быстро приобрел известность и популярность. Ежегодно церковь посещают сотни тысяч туристов. Также в городе есть православная церковь Успенский собор. Наверное, вам кажется, что в Финляндии очень холодно. На дворе 5 декабря и сейчас плюс 6. И действительно, в Хельсинки намного теплее, чем в Москве, в которой сейчас минус 2. И чем в Улан-Удэ, в котором сейчас минус 26 градусов. Памятник Сибелиуса – это абстрактная композиция, представляющая собой нагромождение металлических труб и расположенный у подножия барельеф композитора. Киасма – грандиозный музей современного искусства, расположенный в монументальном здании современной архитектуры. Музей специализируется на собирании произведений финских мастеров и художников из близлежащих стран. Часто именно по заказу Киасмы создаются многие работы. Сейчас коллекция музея насчитывает порядка 9 тысяч экспонатов, но фонды непрерывно пополняются и экспозиция растет. Посещение Киасмы обойдется вам в 13 евро. Самое уникальное и старинное кафе Хельсинки – это кафе «Экберг», расположенное на проспекте Бульварник. Финны потребляют 12 килограмм кофе в год и занимают первое место среди всех стран. В среднем каждый финн пьет 2 больших чашки кофе в день. Свою работу кафе «Экберг» в Хельсинки начало в далеком 1852 году. Основателем был Фредерик Эдвард Экберг, который, оказавшись сиротой, был отдан на обучение к мастеру часовых дел в город Порво. Будущая специальность пришлась ему не по душе, и он ничего не понимал в часовых механизмах, поэтому он стал размышлять о смене профессии. Чтобы полностью ощутить финскую атмосферу, недостаточно только одного Хельсинки. Поэтому я решил посетить еще один город под названием Порво. Уютный городок Порво в Финляндии находится в 50 километрах от Хельсинки и является вторым старейшим городом Финляндии. Кстати, именно в Порво в 1980 году Леонид Гайдай снял свой фильм «За спичками». Порво – один из 6 средневековых городов Финляндии, в котором гармонично переплелись прошлое и настоящее. Город впитал в себя культуру разных эпох, которая бережно оберегается жителями города. Сзади меня находится кафедральный собор города Порво. Он был построен как церковь в 1450 году, и только в 1723 его переделали под кафедральный собор. Порво является родиной Иоханна Роденберга, одного из самых известных поэтов Финляндии. Сзади меня вы видите памятник этому замечательному человеку, который создал его сын Вильгельм. Перед вами находится чертова лестница. По преданию, представляющая собой скальное образование лестница, на этой улице это дело рук дьявола. Если подняться по этой лестнице, то сверху будет расположен небольшой парк и площадка, с которой будет виден город Порво. Только в конце поездки я узнал от местных жителей, что в названии всех городов Финляндии ударение ставится на первый слог. Вот я и возвращаюсь в Хельсинки. Очень было любопытно посмотреть, как живут в глубинке.
город Порво, достаточно атмосферный город, где очень приветливые жители, как и во всей Финляндии. Но в целом, мне кажется, что этот город подходит больше для летнего туризма, нежели чем для зимнего. Сзади меня видны очертания города Хельсинки и замечательный, красивый Финский залив. Ну а я отправился на остров Суоминлина, чтобы прикоснуться и увидеть воочию финскую историю. В 1991 году крепость была внесена в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальный образец архитектуры оборонительных сооружений. Чтобы добраться до острова Суоминлина, вам нужно попасть на паром, который ходит каждые 20 минут от рыночной площади. Паром идет всего 15 минут. Кажется, что ты попал в прошедшее столетие, потому что архитектура здесь почти не тронута и сохранена с тех самых исторических времен. Основанный в 1748 году, морской бастион является одной из самых популярных достопримечательностей Финляндии. В былые времена бастионные укрепления, расположенные на островах, защищали Финляндию с моря. Из этих фасадов скрывается самая настоящая финская история. И несмотря на то, что сегодня здесь очень пустынно и почти нет народу, это место поражает меня своей атмосферой. Бастион, расположенный на нескольких островах, является не только одной из главных достопримечательностей Хельсинки, но и его жилой частью. На острове постоянно проживает около 800 человек. Ежегодно сюда приезжает около 900 тысяч туристов. Вход на остров полностью бесплатный, а вот посещение музея обойдется вам в 5 евро. Это уже настолько прогрессивно, потому что в Финляндии никто не ставит замок на велосипед. Резюмируя, хочется сказать, что Хельсинки и Финляндия в целом – это то место, куда вам непременно захочется вернуться. Этот город и его окрестности покорят вас необычайным спокойствием, доброжелательными жителями, красивой северной природой, вкусной скандинавской едой и интересной архитектурой. Человек мира. Путешествуйте, друзья. Это была передача «Весь мир Финляндии». Меня зовут Аир Базаров. Увидимся на АТВ.